Новый день, новый выпуск, новый лофт на канале «Свадебный ивент ревизора». Всем привет! Меня зовут Валентина Ковердяева. Я организатор и ведущая праздников по совместительству «Свадебный ивент ревизора». Да-да, именно я знакомлю вас с новыми площадками, на которых вы можете провести мероприятие, если находитесь в Москве и Подмосковье. Сегодня ко мне в обзор попал лофт, который открылся в начале 2022 года, на котором уже были проведены несколько десятков мероприятий. Лофт, который влюбил в себя многих организаторов, подрядчиков, ну и также тех людей, которые провели здесь уже свой праздник, этот лофт свой. У лофта первый и второй этаж. На первом находится уборная комната и гардероб. Также в холле первого этажа можно поставить фотозону и организовать welcome фуршет. Буквально преодолев два лестничных пролета, мы сразу попадаем с вами на второй этаж, в пространство, где проводятся мероприятия. Владельцы данного пространства – люди, которые десятками лет работают в ивент и знают все о проведении и организации праздников, и это большой плюс. Каждая розетка, каждая световая голова, колонка – здесь все продумано до мелочей. Это пространство идеально подходит под проведение мероприятий до 120 человек банкетной рассадкой и, по моим ощущениям, до 200 фуршетной рассадкой. Площадка полностью укомплектована с технической точки зрения. Здесь есть звук для выступления кавер-групп и также именитых артистов, у которых достаточно широкий и обширный райдер, который касается звука и света. Здесь работает технический специалист, который грамотно отстраивает свет и звук под проведение каждого мероприятия. И что особенно приятно, звук и свет входят в стоимость аренды. Здесь есть большой мультимедийный экран, на котором любая ваша фотография будет смотреться просто роскошно, или же видео, которое вы захотите показать. Также есть две плазменные панели. Все условия по использованию экранов обсуждаются вместе с банкетным менеджером. Я влюбилась в эту площадку, я уже вижу, какой можно здесь сделать декор и построить концепцию праздника. Сразу чувствуется, когда люди делают для людей, когда заботятся не только о тех гостях, которые будут отмечать здесь свой праздник, а также о команде, которая будет его обслуживать. Можно позавидовать кейтеринговой компании, которая в этом большом пространстве, в этой комнате рядом с залом сможет красиво создать, приготовить и засервировать еду. За прекрасную вытяжку, которая сразу все запахи уводит на улицу, а не в помещение. За мокрые точки, за шкафы. Все это действительно на руку тем, кто готовит и организует праздники. Отдельная зона гримерки с зеркалами, с розетками, с отпаривателями, с вешалками, с чаем и кофе. Но что еще нужно для счастья? Для счастья нужно позвонить мне и узнать, свободны ваши даты или нет, и заказать организацию ведения праздника на этой площадке. Меня зовут Валентина, и я с большим удовольствием помогу в решении любого вашего вопроса. Звоните и пишите.